Не стал ее бить. Он не стал искать всю магию. Это пиздец. Бешеные статы, Давос хороший. Пробуем. Что может спасти? 5 ангелов. Так, 2 ангела, да? Сейчас. Бля, свиток бы вот этот, ебаный. Стопудово вот этот свиток сейчас. Не дай бог бы игру сделал. И нападает. Ну, давайте думать, как его снести. Ну, допустим, да, как говорится, блядь. Молитва, удар. Так. Да, шланг везде достаем, да? Давай смотреть. Взрыв нахуй, уток. Свейта ему не надо, ему если да, то есть ему не даст сразу. Врывается, да? Так, что это такое? И чем на это отвечать? А, да. Масло дать и попробовать въебать по циклопам. А если он на второй раунд заедет? А если он масхаз даст? Мне кажется, надо дать масло. И пробовать бить циклопов. Так, вот этот вот какой из них не ходил? Верхний? Бью. Да, может въебать на хосте. Так, сюда. Бью. Но я должен был, иначе тут молитва, блядь, пиздец. Могло быть очень хуёво. Да. Воздушный щит, да? Не просто ж так он ударил. Видимо, масхаста будет все-таки. Бля, лишь бы не было. Ну, смотрим. Хорошая идея поделить циклопов. Отлично, убили единичек. Дракон, который не замедляется, кстати, прошу заметить, очень важный довоз дракона. На how much? На 300, на 4 вивы, да? Будет летать от нас. Так, и мы должны будем отвечать масхастой здесь, да? Да. Моралька есть, 2 штуки. Ну давай, разочек, пожалуйста. Сука, блядь, 2 морали, блядь, уебище. Давай, братик. Ноль, нахуй. Так, и чё предлагаешь? Масха стануть. Ударится он, да. Давай пробовать. Или не давай, да, масхаст. Удар молнии. Давай попробуем. Ну, пожалуйста, поморалься сейчас. Как-нибудь.
Да. Дракона важно, чтобы не убил. Так. Естественно. Ангела убивать надо. О, блядь. Отступайте! Фу-фу! Откупайся! Удар откуп! Фу. Откупайся, поиграем еще! Откупайся, поиграем, мне ничего не осталось. Добрал оковы. Спасибо, GG. Хорошо. Фу. Повезло, что не было магии. Жесткой, по крайней мере. Параседы, первая наша. У тебя наручи ару, я знаю, естественно. Фу. Без ней, кстати, мораль ни разу не прокнула. So close, guys. Любой свиток мог потащить.